Вас приветствует интернет-магазин 4 точки. Профессиональный эксперт в области шин и дисков я, Владимир Вавилов, и мой коллега Андрей Назаров расскажем вам сегодня о зимней нешипованной шине Nokian WR-D4. Данная зимняя нешипованная высокоскоростная модель разрабатывалась специально для легковых автомобилей. Основной стихией применения являются очищенные от снега и льда дороги. Конечно же, на заснеженных обледенелых дорогах передвигаться вы можете, но не так уверенно и быстро, как на сухих и влажных. И все-таки шина даст вам эту возможность благодаря большому количеству ламели, а также пилообразным краям плечевых блоков, которые улучшают тягу и сокращают тормозной путь именно на снегу и обледенелых покрытиях. Направленный рисунок эффективно отводит воду из пятна контакта, а также талый снег, снижая риск аквапланирования. Многочисленные ламели в сочетании с большим количеством блоков в пятне контакта, который имеет неправильную геометрическую форму, образуют зацепляющие кромки, благодаря чему шина эффективно работает именно на снежных покрытиях и имеет сокращенный тормозной путь. Обязательно стоит отметить специально подобранный состав резиновой смеси, который обеспечивает данной модели высокий скоростной индекс и делает ее очень акустически комфортной. Зимняя нешипованная шина Nokian WR-D4, предназначенная для легковых автомобилей, позволит автолюбителям чувствовать себя в безопасности на зимних дорогах. И не забывайте подписываться на наш канал на YouTube, и тогда вы будете в курсе последних шинных новостей.